Производство и дальнейший экспорт как промышленной, так и продовольственной продукции зависит во многом от ее качества. Отсюда и большое внимание вопросам стандартизации. На этот раз представители государственных органов и бизнес-ассоциаций, производители и экспортеры плодовощной продукции из стран Центральной Азии, а также международные эксперты встретились в Ташкенте в рамках трехдневного регионального семинара. Тема – обеспечение качества в целях устойчивой торговли плодовощной продукцией и орехами. Участники семинара, представители государственных органов и бизнес-ассоциаций, производители и экспортеры плодово-овощной продукции Центрально-Азиатского региона, а также международные эксперты из Германии, Швеции, Италии, Нидерландов, Турции. Одним из результатов сотрудничества и содействия международных организаций стала региональная рабочая группа по продвижению коммерческих стандартов качества в странах Центральной Азии. Наша обязательная задача агентству «Стандарт» в этом направлении является не только принимать международные стандарты у нас в Республике Узбекистан, но и наоборот, то есть внедрить наши стандарты в международную практику, в международные стандарты, чтобы расширить географию, расширить возможности экспортного потенциала наших производителей. Участники представили результаты сотрудничества, обсудили вопросы разработки стратегии для обеспечения устойчивого экспорта плодово-овощной продукции. Речь шла и об основных тенденциях, роли международных стандартов в обеспечении качества и устойчивой торговли сельскохозяйственной продукции. Основное внимание было уделено требованиям качественным характеристикам, поскольку соответствие коммерческим стандартам позволит облегчить ее доступ на международные рынки, стимулировать производство высококачественной продукции, повысить рентабельность производителей и защитить интересы потребителей. Anuwadzi Jacob, I work for the United Nations Economic Commission for Europe. We have been here now for the third time because we believe that Uzbekistan, as well as all other Central Asian countries, produce excellent fruit and vegetables. It's a very deliciously tasting, very specific taste. You have a lot of sun, you have a beautiful soil. Very good conditions, very good production, but it takes more than just a good production. You have to know the rules of trade, you have to know the standards. We are very grateful that Uzbekistan has recognized that and is making increased efforts. UzStandard, your national standardization agency, has adopted over 80 UNECE standards and is promoting the use of standards among the producers, the traders, and the exporters. There are opportunities, but you have to get it right. You have to get the right quality, and that's what we're focusing on, and that is what we try to promote in our workshops and in our continuous work. We're not only coming here for the workshops, we're working with UzStandard and all other standardization agencies in Central Asia. We're working with our local partners here with the UN office to promote the use of quality standards and get trade going of your delicious produce. Thank you. В последующие дни для отечественных специалистов сферы предусмотрено проведение цикла тренингов с участием международных экспертов. Вовлечение Узбекистана в процессы международной стандартизации послужит развитию и росту объема торговли, созданию новых рабочих мест.